С сегодняшнего дня в регионе вводится послабление карантинных мер. Это решение было принято на заседании оперативного штаба. С учетом складывающейся эпидситуации, с 10 августа разрешено функционирование непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров. При этом объекты с вышеуказанной площади продолжат работу только по принципу доставки до клиента. Разрешена деятельность скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях, за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов и детских машин. Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, график движения общественного транспорта с сегодняшнего дня установили с 6 утра до 9 вечера. Посещение набережных, общественных и неорганизованных пляжей по-прежнему запрещается.